В прошлом году, 2016 года декабря, начался эксплуатировать цех, убойный цех, построенный товарские ограничения ответственности «Коргстройсервис». Для него примерно расходовало 200 миллионов тенге. Это оборудование совместно германское, польское оборудование. Сейчас технология у него современная, все техника автоматизированные. И в основном здесь основное полагается на ветеринарно-санитарные требования, чтобы они это режущих, которые для мяса, а не для животных, чтобы они не такие, как чтобы были чистым и которые пользующие материалы все нержавеющие. Это считается, чтобы требования с нашего современного экологического для экологических чистых продукции. Потом здесь в основном работающие у нас численности 15 человек смены. Если двух смены работает, тогда 30 человек рабочих места. Здесь в основном все, которых работающие местные жители. Скучитало специально, чтобы специалисты, они же обучаются полностью, и потом после него должны это освоить своих местных жителей.